Скромность. Мы же такие скромные, мы же такие скромняги, мы такие прям скромные, что дальше некуда. Друзья мои, скромность, по большому счету, это не скромность. Я не устаю повторять, что это ваша заниженная самооценка. И виной этому не вы, а те, кто вас окружает. Ваши родители вам говорили о том, что типа там, помните, это пошло еще с советского прошлого. Почему на Западе очень много авторов, которые не боятся выступать, да? Потому что у них там не было этих коммунальных квартир, у них не было родителей, которые говорят: что скажут люди, Маша, ты чего, ты выступаешь, ты одела такую юбку, или там, что скажут люди, да вообще чихай, что скажут люди. Вот по большому счету, потому что людям на вас с большой горы, и вам на людей должно быть с большой горы, и ваша скромность очень часто приводит к одиночеству. То есть вот все скромняшки, вот вы же видите, да, вот у меня все скромные дамы там, все там мои одноклассницы скромняшки, там вышли из каких-то алкоголиков там и уже 20 раз развелись и туда-сюда, да, а все более-менее наглые сейчас, ну там они там уже в Америке, в Германии там замуж повыходили, да, потому что наглость — второе счастье. Вот это просто надо себе записать. Ваша скромность приводит к одиночеству и к унылой нищей старости, потому что вы скромны и воспитанны, да, такие а-ля чеховская интеллигенция в этом формате. Поэтому со скромностью все очень и очень просто. Первое. Домашнее задание. Напишите себе, первое, да, кто из ваших друзей скромный. Три человека найдите, а потом задайте себе вопрос. Интересно вам с ними или нет? Интересно вам с ними общаться или нет? Второе, да? Поговорите с друзьями, знакомыми на запретные темы. И вы увидите, что после этого ничего не произошло. Поговорите на темы, которые вообще от вас не ожидают. Придите к подруге и скажите: как ты думаешь насчет секса втроем? И все. Вот просто, да, либо там поговорите о том, что, а я хочу быть там, уехать, допустим, дальнебойщиком быть, да, то есть, или я там хочу, не знаю, там, посетить нудистский пляж, просто, то есть, вот эти темы, они вот просто, ничего не случается, поэтому поговорите на запретные темы, да, а третий, самый действенный момент, вы же у нас видеоблогер, будущая звезда, будущий стример, возьмите камеру, показываю. Берете камеру, можете ее даже не включать, выходите на улицу и начинаете брать интервью. Просто берете камеру и начинаете брать интервью. Приходите прохожим и спрашиваете, допустим: скажите, пожалуйста, у нас канал, там, допустим, там Минск ТВ, мы проводим опрос, какая улица с Минска, по вашему мнению, самая знаменитая? Это простые вопросы, а дальше вопросы другого плана. Там, скажите, пожалуйста, вы за или против нудистского пляжа в городе Минске? Все, вы поймете, что люди на стороне, на улице, в сравнении с вами вообще овечки, они начинают блеять, меть, краснеть, зеленеть, они там: уберите камеру, я не хочу сниматься, там туда-сюда, там пятое, то есть, и вы на фоне их уже подрастаете, понятно, да?